Большая новогодняя распродажа в сети ювелирных магазинов у Золотой горы. Фейерверк скидок на украшения из золота и серебра до 70%. Подарок даже за примерку. Адреса магазинов: Ленина 15, Ватутина 30, Трубников 21, торговые центры «Пассаж», «Марс». Новогодние скидки в «Дарник Оптика» на Ватутина 46 уже начались. На все очки скидки от 20 до 50%. Проверка зрения бесплатно. «Дарник Оптика», Первоуральск, Ватутина 46. Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Этот конкурс у нас проходит уже ежегодно. Мы принимаем заявки из разных стран, не только Свердловская область, но уже и целых 20 стран мира участвуют в нашем литературном конкурсе. Номинации были проза, детская проза и поэзия, документальная проза, художественная проза и просто поэзия. В каждой номинации у нас пришло достаточно большое количество работ. Всего на конкурс было прислано 887 заявок. Ну и, конечно же, это большая работа нашей экспертной комиссии. Всего вообще 18 экспертов оценивали эти работы. В этом году в связи с 85-летием Свердловской области у нас появилась новая номинация – это «Летопись родного края». На нее пришло, конечно, не слишком много работ, но мы ее решили оставить и сделать традиционной для нашего конкурса. В следующем году она также будет у нас. Третье место получает Александр Маковецкий, город Екатеринбург, Россия. Я принимал участие с тремя историями о уральских самоцветах. Все они взяты из моей последней книги «Живень. Самоцветные байки». Байки о Седом Урале, о древних шахтах, о таинстве добычи и людях, которые эту сказку создают. Я в школьные годы еще увлекся темой уральских самоцветов. Много изучал старых карт, читал книги, ездил по месторождениям. Время шло. В 2009 году я основал ресурс «Хита Урала», который объединил вокруг себя людей, которые влюблены в камень. И после этого это дало мне новый толчок к моему увлечению, к развитию моего увлечения. И вот уже 20 лет, как мое увлечение является делом моей жизни. Я хожу по старым копиям, ищу новые жилы, добываю прекрасные образцы. И об этом я пишу.